have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Это мы летаем во вселенную Рэгдолла. Да, сегодня мы пойдем играть именно там. Мейхем? Да. Пойдем, Мейхем. Квикплей, да. Мейхем, квикплей. Рэгдолл. Это тот самый проект, который когда-то был Рэгдолл Мейхем, потом уже довольно большое время назад его переименовали в Рэгдолл Юниверс, но он остался таким же веселым, что круто. Очень. Last Rackdoll Standing. Элиминация. Элиминация. Блин, но... Так, что? Но тут все жестко. Тут, погоди, тут надо вспомнить вообще. Тут без спаунов. У меня бэпис. Я взял себе бэпис. Ай-яй-яй, у чувака нож! Блин. Тут машины летают. Двойные пистолеты. Пистолет с глушителем. Ой-ой-ой, все плохо. Я подыхаю. Ой, я попал в чувака. Хоть на десяточку. Ай-яй-яй-яй! Блин, меня грохнут. Блин, иллюминейшн. Нет. Если ты подохнешь, то уже не да, станешь. Да, но я же тебе предупредил, тут без респа. Не, грохнули. Кнопки респаун нету, да. Или есть, или... Нету. Блин, я на нее нажал. А, ну бра. Да, я просто в лобби выкинул. Бра. Нет, ну на самом деле я ожидал худшего. Я неплохо отстрелялся. Кто-то такой... Ползает. А, так. Тут у нас есть Hall of Fame или что у нас? Оу! Прикинь! Нифига себе! Я нашел такую фигнюшку! Я ее. Я ее покупаю. Давай, удачи. Ща, а где я. А, что? А, не, вот я был. Я себя увидел. Хорошо. Давно мы сюда не заходили, честно. Очень давно. Я уже немножечко подзабыл вообще, что творится. Ты тут в магазин тусишь? Ща-ща-ща, есть. Погоди, а нельзя разбудить этого чела? Можно. Так. Да! Только теперь Брэд делаем. Помнишь, была эта фишка, когда ты нажимаешь, он такой с криком просыпается? Да, да. Это, знаете, для истинных олдов этой игры. Ну как я выгляжу? Давай посмотрим на себя в танцах. Не, с очками я бы выглядел гораздо лучше. Надо бы вообще повозиться с кастомизацией, вернуться, немножечко поиграть в этот режим. Я по нему соскучился так-то по-хорошему. Здесь классно. О, все, все уже дропнулись. Тот момент, когда тебя колбасит. Может попадать будет? А, нет, иди! Нафиг! Зачем я в угол пошел? Лечу! Два раза попал, ну блин, он меня убьет сейчас. Убил. Не он убил, кто-то другой убил. У меня рука застряла. Тут с респаунами надеешься? Надеюсь. Нет? А, да? А, такие? Блин! Хорошо, респауны. Я забыл, что тут такие респауны. Ты кто такой вообще? Ай! Вы не офигели? Ну, это я в тебя выстрелил. Чтоб ты знал, на кого абсолютно не злиться. На кого абсолютно? Абсолютно, пофиг. Блин, а че это у меня, Джек Хаммер? Сэмми Ауто Шотган, да, это Джек Хаммер, блин. Из него надо кого-то мочить. Нельзя стоять на месте. Так, ледяная бомба.
Нет, я попадаю в кого-то, конечно. Было бы неплохо еще и убить кого-то. Ай-яй-яй, тут есть, коляска. Инвалидная коляска. Черт. Ладно, ладно, ладно. В любом случае, я сделал фраг, там же хорошо. Да, было бы обидно уйти из сегодняшней серии, не сделав ни одного фрага. Тем более из Джекхаммера. Ой, туалет. Снайперская винтовка, наконец-таки, моё любимое. Блин, пушка, пушка, я вовсе не медведь. Я пушка, 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 я вовсе не медведь. Весело нам пушкам. Да, отлично. Кто тут? Меня отвлекает. Снайперская. Чё, почему чувака джетпак? Не пошел бы ты нафиг. Пошел бы. Он бы пошел бы. Я не знаю, как ты, а он бы пошел бы. Ты реально уже задолбал ко мне идти, ну. Нет, ну я в кого-то попадаю так-то по-хорошему. Я стрелял чуваку джетпак. Я тебе башку отстрелю. 80! 80! Ай-яй-яй! Не, ну. Как бы, да. Хорош прыгать, вы, людишки. Людишки. Мне нужно что-то автоматическое. Как бы, дробаш, конечно, весело. Ну, в лобби меня быстро закидывать. Дробаш, да, блин, чего вы все лагаете? Я 80 типа снял, и все, и меня убили, черт. Ха, фраг. Есть. Че, как пейнтбольная пушка была, серьезно? Даблшот, даблкил. А, блин, мог быть такой хороший хедшот. Иди сюда, это мой фраг. Я в него два раза уже попал. Блин, чё ты как в крысу меня со спины убиваешь? Просто крыса, крысу. Блин, подглючил он меня. Ну я в чувака два раза так хорошо попал, а он взял... Вы чё, у меня мою снайперскую винтовку украли, твари! Где мой шотик? Хотя бы шотган взять. Хорошо то, что я нашел свою снайперскую винтовку. Я кого-то что-то попал. Ой, да попадись ты уже! Стой на месте! Как я тебе столько урона-то втюхал, и ты не помер? Ну... Ты еще и огрызаться будешь? До свидания. Федочка. О, это штурмовая винтовка. Ой, а тут есть еще и такая винтовочка. Крыса. А, попал. Ай-яй-яй-яй-яй, ну че? 8 хп, 8 хп, все плохо. На одном хп ушел. И не вернулся. Так, самолетик, я в тебя верю. Помоги. Да он чтоб тебя! У меня одна хп! А, чувак просто матч выиграл. Ты на втором месте! Я на третьем месте! Я на втором месте? Прикинь, у меня еще 4 килла. Я с 4 киллами на третьем месте. Посмотри, на таб нажми. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, не-не-не, на четвертом, на третьем и на четвертом. Я просто Катишу не увидел. Погоди, я что на втором... месте с 2 киллами, я на четвертом месте с 4 киллами. Ну просто у меня был такой крутой хедшот со снайперской винтовкой. Офигеть. Он случился после того, как я выпил бутылку виски. Бутылку чего? Там была бутылка чайного сока. Ты выпил коктейль Молотова? Да. Ты видишь, его не так нужно использовать. Но я выпил коктейль Молотова, и потом все стало таким красным, и я попадал только в головы. Не, я удивлен, что я еще неплохо попадаю из этого всего. Кстати, мне голова об крышу долбанула. Может, я сейчас умнее стану после этого. Бедная крыша.
так, я на самолетике, и я. Да елки ты палки, как ты не сдох-то, тварь? И мой прачек заберут! Нет! Назад. А, нет, мне ассист дали, хорошо. Франк забрали, да, но мне дали ассист за него, так что. Так, нужно найти оружие. Ай-яй-яй-яй, я не хотел взрывать тебя, самолетик. Черт, у меня пол хп-шки осталось. Нет, 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 нет. Ух, я убил чувака гранатой. Стой! Я только нашел аптечку, только собрался полечиться, и бах, приходит чувак и такой, хэдыч. Галакси, кстати, это Галакси, этот чувак, он играет в галактику на галактике, это вообще незаконно. Ай-яй-яй-яй-яй! Уйдите! Блин, было бы попадать еще неплохо. Кола, 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 кола. Быстрее, дай мне попить. Я стреляю в труп. 10-часовая версия. Пожалуйста, вступи. Уйди от меня! О, мой любимый нож. Сейчас я его буду в спину. Нет! Черт, нет, я же не вот. Это опять Galaxy этот. Блин, чувак, кстати, неплохо стреляет. Я понимаю, что я сейчас кабачень. Нет! Не в воду же. Как мне теперь выбраться из этого дерьма? Вот, вот так. Мне кто-то сзади перевертом выстрелил. Да возьми ты пушку! Что, я утонул? Да, ты мог. Я утонул на пляже, прямо перед берегом? Да-да-да, ты мог. Что? Ой, зря я самое месиво прыгнул без оружия. Блин, решил подсосаться и не попал ни в кого. Ну, как вообще? Ладно, ребят, с вами было весело играть, я ухожу. Если кого-то убил... Катишу убил! Да уйдите вы от меня, ну хорош! Попадаю в кого угодно, только не в того, в кого стреляю. Есть, да, ухил. Офигеть! Я в общем-то такой... Я в общем-то пью банку колы, и тут вылазит из своей стены. Чувак, вы стреляют в меня. Молоко! Молоко? Я нашел бутылку молока. Вот килл! Прикинь, тебе за каждый дубль килла дают плюс 10 кп. Ничего себе. Слушай, прикинь. Пентакилл! Чуваки, пентакилл! Идите нафиг! Блин, просто уничтожили. Я пентакилл заработал, если чё. Оу, джетпак. Я не ожидал такого. Так, надо выпить немножко бепсис. Немножко бепсис. Ну это бепсис. Нет! Меня чуваки выкинули. Как? Я понимаю, что он меня оглушил. Я понимаю, что как. Я такой с автоматическим шотганом, с пулеметом легендарным. Выбегай, меня чувак по голове просто оглушил и убил, и все. Зачем я пью коктейли Молотова? Ну вообще без шансов, вы чего? Ау, хорошая пушка. Нету рупери, ау. Да, Пика? Цитаты людей. Где там пулемет легендарный? Вот он тут был. Что? Вот он. Что? Прикинь, я, оказывается, выстрелил револьвер, который простреливает через стену, и выстрелил чуваку хэдшотом. Нет! Не убивайте меня! Нет! Не убивайте! Я не... Короче, подбираю автоматический дробаш, в котором один патрон, и перезарядиться пришлось. Короче, бесит. Ай. Прям головой. Удачник. Да ёлки-палки! Давай косы дебила. У меня был пентакилл, прикинь, пентакилл. У меня тоже. Сколько у меня киллов? У тебя 8, у меня 6.
Погоди, а ты уверен там, что это киллы, а не смерти твои? Можно посмотреть? А, да. Я не на то смотрю. Погоди, а получается второй это киллы? Походу. Ну вот у меня 7 киллов, у тебя 2. В смысле, а как у тебя? Нет, если у тебя было, может, ассисты? Я даже не понимаю. Как у тебя пентакил, если у тебя было 2 килла? Похоже, нет, все-таки 8 киллов. Я даже без понятия. Я думаю, что первый это киллы, второй смех. Ой, legendary. Abnormal. Аб что? Я сделал сальто. Я не посмотрел, что за режим с респаунами, без, пофиг, живем. Я сделал сальто в воздухе. Я видел тут легендарку. Ёлки! Я видел тут легендарку, но кто-то у меня уже забрал. Жвачка? Спасибо, мне это поможет. Дробаш? Нет, это не дробаш, это винтовка. Откуда у меня... Привет! Привет, пока. Стой, ты иди ко мне, я тебя спасу. Ты что наделали? Там была ныка с пушками. Тать, ты мне хорошую винтовку оставил, спасибо. Неправильно красть винтовки других людей. Ты ее бросил. Так как ты не сдох до сих пор? Опа! О, моя любимая Есть, дабл килл. Легендарная снайперская винтовка, что может быть лучше? Нет, у меня нет снайперской винтовки, уйдите от меня, у меня совсем нет хорошей пушки. Ребята, не против, если я тут уйду от вас? Я обиделся, я ухожу. Это мой килл, стой! Блин, мой килл от меня убежал. Ха-ха. Нет, иди нафиг. Это был мой килл! Да не двигайся ты! Там трипл килл есть! Ты чё, откуда ты знаешь, что я там был? Ты думаешь, не видно, что стреляешь? Конечно, не видно. Изи килл. Трипл килл! Трипл кек. Вот крыса, он украл тебя. Ты бы все равно меня не убил. Я не могу попасть настоящему чуваку. Не могу попасть в ногу. О, мне еще один ассист дали. Чувак стоял на месте и лутался, и я не смог по нему попасть. Называю еще себя хорошим снайпером. Есть. Да я не могу вас попасть, ну чего вы все такие мелкие? Успокойся. Но я же попал в чувака один раз. Блин, у меня левелап, кстати. Да подохни ты уже! Неплохо он тебя поливает. 15, 20, неплохо, хорошо. Поехали дальше. Мне нужно что-то автоматически сделать. Блин, мы ее забрали. Не-не-не! Нафиг. Да пошел ты нафиг! Я не хочу! Это что было? Вот тварь, украл мою снайперскую винтовку, ему не поздоровится. Я его голыми руками убью, ты! Ой, ничего себе, тут добра такого золотого, офигеть! Вау! Я типа попадаю в кого-то, но такое, знаешь, не особо впечатляет. Они же на месте все не стоят почему-то. А, мне почему-то карабин G10 вспомнился. Изи. Слушай, у меня ваншотащий дробовик вплотную. Ай-яй-яй! Только попробуй его украсть! И тебя убили. Ладно, меня убили, но тебя там сейчас... Не, меня не убили. Сейчас исправим. Не-не-не-не-не. У меня слишком много хороших золотых пушек, вы не сможете. Вы еще бегаете? Тогда мы идем к вам. Не, ну серьезно, просто... О! Кто меня убил? Вы очень пожалеете об этом.
окей. Нет! Так какие нафиг взрывы? Я куда попал? Ох ты ж, ё! Вот это тут навалено! Ты мою пушку взял оттуда! Нет! Меня кто-то валит! Нет! Он тупо из пушки всех фигарил! Это я! Ты! Точно! Да, это я! Это я из пушки всех фигарил! Так, иди сюда! Снайперскую винтовку дайте. О, да! Коктейль Молотова обожаю. Она такая вкусная. Оу, я перепутал. Это был не коктейль Молотова, это был горячий виски. Я как только его кинул, он сразу всех обжег. Ладно. Хедшот, да! Ого, у тебя это аж отобразилось, да. Я вижу. Выигрывает. Так, хорошо, я с 4 убийствами, 5 смертями. Ну такой себе. На самом деле пентакил был круче. Короче. Ладно, ребятушки. Тогда на этом, наверное, сегодня нашу пострелочку будем заканчивать. Но нам надо возвращаться в этот режимчик. Здесь круто, здесь классно. Прям чувствуется приятная вот эта вот механика, которая здесь происходит. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем лучшего. И всем пакет. Всем пакет.